Снова здравствуй, дорогой зритель. Снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер», а также Xiaomi Redmi 4A, да, причем глобалка. Да. Чем глобалка хороша? Она приходит запечатанная, никто туда не совал свой нос, не ставил никакие программы, возможно, вредоносные, надеюсь, наверное. Опять же, не факт, китайцы умеют и запечатывать. Значит, основная фишка заключается в чем? Евророзетка и наши банды. То есть, когда вы будете использовать сим-карту, которая поддерживает 4G, проблем с 4G у вас не будет, потому что здесь наши банды, B7 и так далее присутствуют, поэтому 4G будет работать. Собственно говоря, сам телефон в нашем случае вот такой цвет, который у нас называется... вот он. Значит, это у нас 2 гига оперативки, 32 встроенной памяти и цвет Dark Gray, темно-серый. Вот так вот он выглядит. Значит, что мы сейчас сделаем? Для начала мы вставим сим-карту. Сим-карту опять у нас запрашивают с переходничочком. Первый у нас вот где-то. Вот. Вот так вот это выглядит у нас. Да? А сейчас у меня останется сделать быстренько последний тест. И я смогу вам показать скрины и рассказать подробнее о телефоне. Посмотрел я качество приема мобильного интернета, но с получением были какие-то некие провалы, но с передачи, да, там уверенно к двадцатке средний он стремился. Значит, что можно сказать о телефоне, да? В принципе, это до безобразия бюджетник, то есть вот, ну, абсолютно ничего лишнего, никаких прям вот изысков нету, то есть нету сканера отпечатка пальцев, да? Нету металлических частей в корпусе, то есть это пластик. При этом его вес, ну, знаете, бывают телефоны тяжелые, бывают телефоны слишком легкие. Есть прям вот уверенная такая, прям вот такое соотношение размера и веса. А здесь он, конечно, до уверенного не дотягивает, он чуть легче, чем надо бы, но при всем при этом, как бы вот шибко легким он не кажется. По скрипам, там каким-то люфтам, там что-то еще. Нет, все хорошо, все нормально, да, проблем в этом никаких нет. По экрану, ну, экран достаточно веселый, прикольный, все хорошо. До безобразия все простенько, но при всем при этом ему хватает, да, стоит Snapdragon 425 с четырехъядерным Cortex A53, тактовая частота 1401 МГц, по... экрану, значит, 720 на 1280 разрешения, IPS LCD и плотность 294 DPI. Вот, в принципе, все, что от него нужно, он тянет. Секундочку, звонок. Кстати, как раз можно понять, насколько он громкий. Сейчас отвечу, вернусь. Thank you.
Так, ну что, ребят, вот я сейчас по нему сделал еще разговорчик. Разговор занимал 8 минут. Слышимость, что я собеседник, что собеседник меня, проблем никаких не было. А качество связи устойчивое, все хорошо. А значит, что у нас еще интересовать может в этом телефоне? Может интересовать батарейка. Батарейка здесь стоит... по отчету Android 3000 мА, из базы данных 3120. Немного, но при всем при этом телефон небольшой, а мощность у него не столь высокая, да, процессор не такой жрущий. Опять же, можно оптимизировать, подусыпить некоторые программы этих 3000, ну, а что далеко ходить? У 4-го айфона 1400 мАч, то есть он в два раза мощнее аккумулятор, чем 4-й айфон. Ну, так-то если по чесноку, просто я привык к телефонам, у которых там 5-6 тысяч миллиампер. В целом, телефон очень даже подойдет тем, кому нужна лошадь недорогая, которая там будет тянуть, которым вполне неплохие делают фотографии. Ну, да и все. Да, там цена в 6500, ну, перевод хороший, все хорошо. Смело можно брать, если это ваш бюджет, вполне смело можно брать. Нужен вам там сканер отпечатка пальцев, ну, всегда можно посмотреть Xiaomi Redmi 4X, например, да, у него будет сканер отпечатка, черный цвет, уже металлизированный корпус, ну, здесь вот такой вот пластик, да. Ну, опять же, ни люфтов, ни скрипов, ничего нет. Товар регулярный. Если нужно, заходите. Да, ссылка в описании. Можно купить с доставкой из Москвы. Можно заказать на Али. Опять же, ссылка будет. А помимо прочего, посмотрю, попробую на него подобрать разные аксессуары. И точно так же ссылки в описании будут на всякие стекла, бампера и так далее, тому подобное. Карты памяти в том числе. Также будет ссылка на... Яндекс.Диск, где вы сможете посмотреть исходники его фотографий, насколько хорошо он фотографирует, и понять это для себя. А за сим точно, я думаю, можно сказать, что это уже все. Пойду тестить остальные телефоны. От вас комментарии, лайки, дизлайки, подписка на канал. И до скорых встреч. Всем всего. С вами был я, Михаил, канал «Картавый блогер».